Конечно, лучший. Хорошо. Постреляли. На славу. Даму нашел. Что бы это значило? А, опыта дали, это хорошо. Репеллент можно создать. Тоже неплохо. Сейчас всего здесь понабираем. У меня кот бесится за стенкой. Так, что у нас там с новым уровнем? Где вообще можно было? А, вот навыки. Только сейчас пункт заметил. Фармацевт. Изготовленные снадобья будут действовать на 25% дольше. Нажмите пробел, чтобы прыгнуть сверху на врага и убить его. Плюс... А, пятикратное ХП за убийство. XP вернее. Что у нас здесь? Бронированный... Я уже изучил. Получите дополнительную ячейку здоровья. Не думаю, что мне это очень надо. Падальщик, вы можете быстро спрятать тело после бесшумного убийства противника. Это не мой метод. Ну, выучу убийство ударом сверху. Ну давай. В чем проблема-то? Видимо... Да, видимо, этот навык сначала нужно. Рассчитайте время взрыва гранаты. Хорошо. Такс. Будете стрелять навскидку из пистолетов, пулеметов. Навскидку я не стреляю, так что спасибо, не надо. Так, с этим все понятно. А, вот это я хотел изучить. Теперь можно сохраниться, я думаю. Парочка татушек у нас добавилась на руке, поэтому можем продолжать свои странствия. Можем продолжать собирать всякие растения. Все, теперь я точно здесь все в этом районе собрал. И могу отправиться непосредственно на выполнение сюжетного задания. Чего? Козел! Как я его? Ха, в рюкзаке нет места, и он сейчас уплывет от меня по этому склону. Козел, ты же мертвый, хватит. Хватит уже туда-сюда переворачиваться. Давайте создадим что-нибудь, чтобы разгрузить. Сколько можем? Два можем. Здесь что-нибудь можем? Нет. Ну, раз уж можем это изготовить, давайте это изготовим. Здесь? Нет. Шкура козла нужна. Как раз. Козел, иди сюда. Я нашел тебе применение. Козел. Спасибо, козел. Будешь моим колчаном. Создание предметов. Может быть, что-нибудь можно еще сделать? Но нет. Хорошо, сделали. Надеюсь, лук я еще найду. В этой игре. О! Нифига ж себе! Товарищи! Как вас здесь много, а? Гадость. Нифига не гадость. Твоя будущая сумка. Патронтаж или что-нибудь типа того. Где второй козел, я видел его наглую рожу, смеющуюся над своим покойным собратом. Где он? Черт возьми. Убежал.
О, трупак. С морской раковиной. Романтик. Так, ну тут 100% собаки и еще... И еще черт знает кто и что. Отлично. Сейчас, может быть, на что-нибудь хватит. Собака. Тоже обычная собака, насколько я понимаю. Вот, может быть, это не совсем обычная. Ха-ха-ха. Дурацкий рюкзак называется. Сделал его побольше. Набрал всякого. Всякой хрени. Такс. Ну давайте снадобие для охоты. Здесь уже ничего не сделаешь. Следующий колчан — шкура тапира. Шкура кабана. Все время собираю не то, что нужно. В чем моя проблема? Все время мне не везет с этим. Все. Я думаю, можно возвращаться теперь. Точнее, не возвращаться, а идти за новым заданием. Ну и параллельно с этим осматривать стороны разные. Леечка. Фермеры дофига, да? Так, какое-то дополнительное задание. Что это за дополнительное задание такое? Мы смотрели. Что если... У него татуировка воинов Ракьят. Он нам поможет. Что не так? Моя дорогая, мое дитя. Как она могла? Из-за мальчика. Айна, дай я скажу. Сэр, моя дочь Надя убежала с мальчиком. Они хотят убить тебя. С какого хера ее зовут Надя, а не какая-нибудь там? Раханде Мамба Мамбуру. Прошу, найдите и верните Надю. Она молода. Мы везде искали. Нет, не везде. Мы не ходили на скалу Бихар. Прошу вас, сэр, сходите туда. Нам не успеть. Мне пристрелить их обоих, как я понял, хорошо? Окей, рассвет. Серый рассвет. 100 метров. Метров нам нужно пробежать. Ну вот, начинается. Ну и где это все? О, господи! Отвали от меня! Срань господня! Ё-моё! Твою мать! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Что-то мне это совсем не нравится. Фух. Окей, твой любовничек был тупее тебя, Надя, так что можешь радоваться этому факту. А чё обыскать его труп? Как добропорядочный гражданин, который спасает девушек и обыскивает трупы. Ты ранена? Он хотел меня убить. Он хотел убежать со мной. Но когда мы сюда пришли, сказал, что мы умрем вместе. Чтобы быть вместе навсегда. Он пытался меня застрелить. Как ты залезла?
Наверное, испугал зверей, когда выстрелил. Они напали, и я спряталась. Иди домой, мама и папа с ума сходят. Спасибо. Пожалуйста. С такой кислой миной сказала мне спасибо. Самое время что-нибудь купить на заработанные денежки. И продать что-нибудь, чтобы заработать новые денежки. Даже не знаю, что. Мне бы новый. Еще бы одну ячейку для хранения оружия было бы самое то. А иначе деньги мне не на что будет тратить. Вот и вся истина. Здесь можно? Нельзя проехать. Выходим, продолжаем путешествие пешочком. Хотя мы уже, в принципе, приехали туда, куда нам нужно. Так что не паримся. Чего игра начинает подтормаживать опять? Непонятно. Магазин. Возможно, здесь ассортимент пошире. Карты, эксклюзивное оружие. Это у нас то, что я смотрел уже. Карты. Что за карты? На этой карте указано местоположение особых предметов на северном острове Ваманаки. Теперь я знаю, как выглядит вся карта. Какой она формы. Вещи Бэттаун. Клады Бэттаун, вещи. В общем, короче. Опять-таки, тот же самый Assassin's Creed. Расходный материал. Лекарства. Наверное, стоит лекарств купить, хотя. Нафига. М700. Наверняка сошки можно поставить. Так, окей, штурмовые винтовки. Возможно, пришла пора что-нибудь купить вместо калаша. МС-16. МС-16 отличается высокой точностью, убойной силой и дальностью стрельбы, но в связи с полуавтоматическим механизмом это оружие подойдет только опытным бойцам. Таким, как мне. Этому оружию уже 100 500 лет. Вторую мировую еще использовалось. Конечно, есть некоторые модификации в данном стволе, но тем не менее. Все то же самое практически. Может быть, калибр патрона еще другой. Такс. Потому что вдруг из карабина она превратилась в штурмовую винтовку. Пулеметы. ПК Ю-100. Уродец. ПК как-то получше выглядит. Классическая компоновка. Такс. Ну, не так уж тут много оружия. Конечно, гораздо больше, чем в первой, во второй части Far Cry. Но можно было бы. Я сейчас возьму и куплю все за первые полчаса игры. И все. Два пистолета из трех у меня уже есть. Гранатомет здесь только... Нет, два. А это у нас что? Неужели четырехстволка? Нет, это ручной подствольный гранатомет. ГМ-94. 40 мм, да, стандарт. Хорошо. Что мне покупать? Думаю, что стоит заплатить за... снайперскую винтовку на будущее. Вдруг пригодится. Но пока я ее с собой брать, естественно, не буду. Я просто сливаю деньги. Включай радиовышки. Если не включишь, я не смогу заказать снаряжение из дальних деревень. А там, поверь, есть первоклассная снаряга для тебя. А, то есть я еще открою новые пушки. Понятно.